центре нашего внимания оказалась универсальная подставка-зарядка ADATA Elite CE700, которая не просто позволяет устанавливать любимый смартфон в удобном положении, но подзаряжает батарею без каких-либо проводов. Устройство работает по принципу электромагнитной индукции, а список совместимых с ней смартфонов насчитывает свыше 60 позиций. Комплектность модели вполне стандартная. Открыв небольшую коробочку, обнаруживаем непривычный с виду девайс и кабель USB для подачи питания на него. Перед использованием рекомендуем изучить инструкцию, так как не все моменты являются очевидными. Конструктивная суть устройства проста. Если взять девайс в руки и нажать на место, отмеченное надписью «Push», то Elite CE700 разделится на две половины – основную пластиковую часть и алюминиевую оболочку. В первой смонтирована электронная начинка. Она подсоединяется к компьютерному порту или любому другому источнику питания кабелем USB. Для оптимального совмещения областей передачи энергии на корпусе есть метка в виде фирменного значка QI. Индикатор в верхнем правом уголке покажет, что зарядка завершена или загорится красным в случае сбоя. Теоретически подставка может создавать индукцию для зарядки током вплоть до 1 ампера. Однако следует понимать, что главным звеном будет приемник. Если он является встроенным, то параметры стабильны. Если же речь об опциональной разработке, например, чехле с поддержкой беспроводной зарядки, то ток меньше, как правило 500-600 мА. В общем же, ADATA Elite CE700 выглядит как полностью продуманное и грамотно сконструированное решение для беспроводной зарядки мобильного устройства. Если вы являетесь счастливым его обладателем, то вещь смело можно рекомендовать к покупке. К тому же, Elite CE700 выполнена очень качественно, а цена не сильно отличается от стоимости комплектов от неизвестных брендов.